Смотрится ненадежно. Да. Завал. Смотри, свежие следы. Они здесь были. И следов очень много. Не будем спешить. Вот так. Алло? Наверняка люди на них. И хлебом не корми, дай что-нибудь взорвать. Идиоты! Здесь просто тупо. Ну да, они тупые. О-оу. Еще батарейки есть? Да. Только они на дне океана. Знать не хочу. Не собирался. Ладно. О, стоп. Что, тут ловушка? Ого. Похоже. Но Сэм и остальные как-то перебрались. Пойдем по их следам. А вон. Чего? Ну что же они так скрипят-то? Только не ходи туда, где нет следов. Чего? Просто не хочу, знаешь ли, взлететь на воздух. Все, можно расслабиться. Ну не факт. А то что тут такое? Ага. Елена, смотри, тут след обрывается. Они туда вошли, и потом случился обвал. А тут что? А тут тупик. Эй, нам надо тут расчистить проход. Да. Ну вот. Поищем другой путь. Да. Тепер уже точно туда не пройдем. Гасни. Ну еще немножко. Черт. Давай. Черт. Эй, зажигалка Сэма все еще у тебя? Да. Отличная мысль. Давай. Ну, конечно, она пустая. Пока плыли сюда, он же дымил, как паровоз. Расслабься. У меня спички есть. Правда? Конечно. Вот так. Как мне до тебя подойти? Прости. Секунду. Привет. Иди сюда. Куда? Это моя голова. Сюда. О, факел. Хорошо, что ты подготовилась. Ну, кто-то должен был. Ладно, пойдем дальше. Романтическая атмосфера. Странные представления о романтике. Есть такое. Ну а куда идти? Ну тут завалило, там больше нема выхода. Ага. Многообещающе. Подсадить? Да. Давай. Ну, поехали. Так, залезай. Спасибо. Осторожно. Да.
Осторожно. Ничего себе. Что это такое? Жуть какая. Руки, что крали у меня. Ё-моё. Он уже даже не прикидывается вменяемым. Мне здесь не нравится. Мне тоже. Пойдем отсюда. Тупик. Так, то там другой еще є цей. Он сюда. Смотри-ка. Тут висельные клетки. Это клетки. Чего? А это вот клетки. Да ладно. Да. Слушай, никто не любит всезнаек. Клетки. Идем дальше. Стоп, это что, мумия? Ё-моё! Ты как? Живая вроде. А что это? Ловушка. Эвери не хотел пускать сюда посторонних. Смотри под ноги. Я? Это ты на нее наступил. Ну? И под мои тоже. Ё-моё! Всё нормально? Вроде бы да. Наверное, лучше к ним не подходить. Аж паяк. Да их уже и нема. Ё-моё! Вот то меня заглушило. Теперь мы знаем, что там так бабахнуло. Удивительно, что тут столько завалов. Тут оборожно треба. Так, вот он, блин. О, она придется туда вниз скакать, я так вот. Я нашла короткий путь. Думаешь, ага. Короткий? Ну, я же оптимистка. А, ну, вот сюда, наверх. Пой. Господи. Тут Эвери тоже все украсил. А тут грудная клетина. Да, якісь ужаси. Тут там пищить. О, чёрт, ты тут мумий. Не взрывайтесь, ладно? Ты только осторожней. Вы что, меня не слышите? Фу, капец. Але ж ті йшли спочатку, що мумії не зривалися. Чи вони другою дорогою йшли? Опа! Йопорний театр. Цим лучше не дышать. Нейт, ти живий? Нормально. Нічого. Жаль, беруши не захватило. Я не кричу! Ти ще одна мумія є. Осторожней. Ага. Прямо древний Египет. Только в этом случае мумификация не была, ну, добровольной. Так, тут є прохід. І тут ще є. Тут тупо яма. То хіба туди йти?
Ну, тут недавно хтось був. Вот і сліди. І вони ведуть сюди. Будь готова до драки. А, не привикати. Це був сарказм, да? Ні, успокойся. Сама успокойся. А вот тут следы не ведут. Чучки загинули. Невнимательные ребята. Ну где же Сэм? Найдем. А во! О, втекай! Що це треба? Ну от, а як, блін, да прям голову цілився. Ви! Ну тільки скапець. На. Так, чекай, ты... Ну, это файна пушка, скоро стреляет уже. Вот эта пушка на туре мне подобается. Одна граната у меня есть. Я так понял, что тут будут... Дробовик. А не может. Добре, що тут хоч зброя є. Зразу. Правда, нема такої, як в мене, погано. Ти дивись, як вони... вискакують зразу. Ух ти що. Тут би дроб файно би підійшов. 30 патронів, що? Давай, візьму. Іди! На тобі. Один патрон, що? Давай візьмемо зброю, що? 3 патрона, мало. О. Давай стою. Давай, вилазьте. А ё-моё. Що то вони таке закидують? Давайте. Да злодої, вилазьте. Так, дві гранати, чекай, давай патрони. А то моя пушка. А ні, тут та їхня.
Правда, патронів, блін, менше. Але вона мені подобається, вона дуже швидкісна. Пригай. Блін, гранату в этом хіба, ну? Я думав, що знов той ідіот. От этих взрывных мумий. Возьмем сигнальные ракеты. Это мысль. То на пану прыгать треба. Ты что, хулили меня? Чем же этот псих елку нарешал? Следов нет. Они идут другим путем. Попробуем их догнать. Ну, привет. Эй! Обошли кругом, значит? Похоже. Господи, он из людей Эвери. Мертвые не болтают. И шо, назад? Тут є прохід, тут ми вийшли звідси. А тут була драка. Люди Тью проти людей Еврі. Вон тут є двері. Пардон? Ух ты! Ключик. Какой-то ключ. Смотри, записка. О, да. Это Тью написал. Это ключ от выхода. Хорошо. На обороте какие-то символы. Ну, поищем замок. Та, ще якась загадка буде, 100%. Приехали. Так, а куда йти? Та ё-моё, ні хрена собі! Вони всі зірвали зразу, чи що? Знаєш, що я візьму? Не можна їх, так, ні? То якийсь капець. Тут коло, по колу, так? Так, то по колу. Чекай, то як ми назад пішли, блін? Тут слідів нема. Курча Лего, блін, боюсь зараз. То капець. А та там стало, блін, і дивиться, як мене колбасить. Не. Но!
То капец. Спасибо. Так, что у нас тут? Прыгаем. Как мы здесь там выборы, самое интересное? Мы уже стики идем. А тут уже не так жутко. Хоть костей нет. Все равно жутковато. На 3 балла из 10. Да все 4. 4? Угу. Так, чекай, а что ты стала тут мешаешь, ну? У меня уши заложило. Да, явно идем вниз. Чекай, и там еще было дорого. Так, так, очередная западня. Ага, и следов тут нет. А там еще было, был какой-то прохід. Точно. А, тут тупик. Короче, нам придется точно туда идти. Там карта у нас была вот так. Может, зараз что-то по ней раз будем разгадывать. Так, а вон карта. Нет, она не та. А не та. На этих столбах такие же символы. Ты объяснил своим, как обойти ловушки. Так, ловушка у нас в першому, другому. О, я зрозумів. То с хрестами. Вон, в першому. Чекай, бо я, блин, склерозний. Короче, у там немає. Але як там? Ага, бачиш, тут хрести. Вон там немає. Дивимося череп. Але череп перевернутий. Ну, капець. Значить, в самому куті там є. От тут дві перші оці тут. Отак. Добре. Дивимося, де корабль перевернутий. Дві є, зразу зірвемося, блін. Нафіг. А де череп? Там як, я вже не пам'ятаю. Череп, то зверху дві нормальні, то добре. Ау! А треба що було, стримнути? То капець. Ау! Ти ж і взрив, блін. Я просто не туди пішов. Чекай, сюди. Череп дві, тут нормальні. Що ж, начало хороше. Слідуй за мною, ладно? Де корабль? Я завжди осторожен. И это говорит человек, который взрывает вокруг себя все... Да корабль, снизу две вильни. С мумиями я пока человек неопытный, правда? И хресты... одна вильна, оця. Оця добра буде. Ага, и хресты... И же снова хресты. О, тут срив буде.
Зверху, у там нормально. І там будуть зриви. Блін, то ми наче не туди йдемо. І отут тут зірветься. І отам зірветься, коротше. Бачиш? Хрести хіба в лівому куті. Добрі. Он там. Коротше, нам тоді треба йти не судою. Тут бачиш погано. Треба, напевно, сюди, де кораблі, корабль іти. Корабль дві знизу, добрі, так. Тут. Пока неплохо. Тут. Постучи по дереву. Не рискну, вдруг нам. Де череп? Да уж. Дві зверху добрі. Дві зверху і... Знизу справа недобре. О, коротше, отак. Все. Все, порядок. Вот так, Евері. А вот как мы выберемся. О, это останки команды Тью? Похоже на то. Эвери вообще любил показательные казни. И показательные взрывы мумий. Ага. Лучше смотреть под ноги. Скважина. Ключ. Стой. Вдруг ловушка. Ну, выбора-то у нас особо нет. О, господи. Но, чую, все будет хорошо. Да? Давай. Ладно. Видишь? Опа! Нас хотя бы не разнесло на кусочки. Черт. У тебя случайно нет ножа? Нет. Но у того парня есть сабля. Ну-ка, помоги мне. Ну, давай еще раз. И... Ну! А я жал, Ариш! Давай, бежим, бежим! Уху! Почалась жара, я ничего не бачу. Я в шоці. Я ніфіга не бачу. Спасибо, капитан Авери. Прямо как раньше, а? Елена. Елена. Эй. Эй. Елена. Елена. Мой герой. Ты прикалываешься. Что? Это не смешно. О. О, а что ты мне сам-то устраивал? Черт, до меня чуть инфаркт не хватит. О. Дай послушать. Просто музыка. Ты в курсе, что мы теперь квиты за все, что я вообще сделал? Да, за все? Нет, даже близко нет.
Ты весь в грязище. Знаешь, у тебя странное представление о романтике. Да, да, где-то я это уже слышала. Прекрасно. Поговорили. Это наверняка Сэм. Пошли. Если стреляют, значит он живой. Пока. Это что, Галеон? Да, с виду похож. Нифига себе, это корабль. Ох ты шо. Охренеть. И не один. Здесь можно спуститься. Да, как и все на этом острове. А, он тут есть, а? Так, чекай, куда нам? А куда дальше? Туда мы точно не допрыгнем. Куда нам? Бачим, туда не допрыгну. Що, нижче? Ага, ніфіга. Я думав, він туди допригне. Так нам на низ треба, чи нам... Чи нам наверх? Я навіть не можу зрозуміти. Здесь можна спуститися. Виглядить надіжно. Так, як і все на цьому острові. Та, тут ніяк. А ми не звідси прийшли? А ми звідси прийшли? Тут дурачок є. А нам наверх, значить, треба. Нічого нема. А, та, блін, вже давно. Вон. Ух ти. Опа. Є. Ну, та я тут був. Вниз ми впадемо. Вниз ми тупо впадемо. Ми вже близько.
А куда ты? Але я не розумію. Дальше що? Що, туди скакати чи що? Ми що, допригнемо? Внутрі допригнемо, нічого собі. А, чорт. Смотри. Это Сэм. Вона кружена? Да. Пошли. Надо его спасать. Надо выйти к воде. Ух ты. Тут ты звідки взялся, дядя? Его не было. Надо выйти к воде. Не, ну цей автомат мені щити подобається. Так, чекай, де вони, блін, знизу, да? Ах ти, блін. Та ёлки-палки! А нема де заникатися, от реально. А нема де заникатися. На тобі. Ах ты, блин. Є. Блін. Ё-моё. Оце жестяково, блін. Да ну нафиг! Там да, там тупо... Там нема за что заховати, це деревянне, блин. Треба десь шукати другу точку. Не больше, тем труднее их заводить. Собака патроней нема. Ну давай, да ты. А давай, давай. Ах ты смазал. Ну давай, где ты, вылазь. Да як я смазал. На тебе.
Десь, вона вже там, ну. Шустра яка. Чекає, хоча б якісь патрони позбирав би. Гранати. Що ж потратив? Може мені було той пулемет взяти нафіг. Давай на турі я візьму той пулемет. Чекай, де він є? Що я буду мозги парити, блін, зараз. Чекай, де він? Ага, во він. Вот так, блін, зараз я, блін. На. Хоч його тяжко нести, але. А, пушка в мене лишилась, це добре. Гранати в мене є, да? Ага. Це не тільки ти один. Давайте, пацани, вилазьте, зараз я вас буду тут. Ну, давай. Не каються там за. А отак. Давай, 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 вилазь. Ага, перелізти не можу з тим, да? Не можу я перелізти з твоєю. Ей, здесь можно пролезть. Ты куда делся, Сэм? Куда побежал? Ну, вот и ответ. Ой-ой! Ну! Все, тише! Ще будуть, Вернікова ще будуть. Так, мені б гранат, такі пару гранаток, щоб зібрати. А отак, подобається вам? Подобається вам, пацани, ребята? Ой-ой-ой, ти мою жіночку. На. Ох ти шустрий який, да? Та патрони. Ти це він хитрий, блін. Ладно, не пожалію для тебе. Все? Де ти є? Ух ти! Чекай, патрони. О, це пушка файна.
Страх, как же я рад тебя видеть. Да. Как насчет убраться отсюда? А как вылезти? А, дробенка. Ну? Зажигалку нашел? Ой-ой-ой. Ёпарный. Ё-моё, ну. Е. А ну нафиг. Блин, что это за пушка? Тут мне это с броем. До речи, непоганий пистолетик. А вот так. Так. Треба автомат брати, але тут дроп, да? Ні, краще автомат. Десь він як... Йо-моё! Давайте їх всіх завалим перше. Де вони там? Патронів вже нема. А сюди вилізти не можеш? Твою ж! Він зараз розтрощить. Ну, гранати мат. Фу. Давай, витягивай меня. Бежи, бежи, бежи. Ёпарный театр. Да куда беги, давай. Уху. Ё-моё, чего вы не сейчас не везет? Корабль тоне, так? А як? Мені тут торба. А вон, то туди треба було плисти.
Давай, 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 давай. Я думав, мені вже тут гаплик, серйозно. Я вже думав, все, я не туди поплив. Чувак, ти не на того нарвався. О, красота. Але чого я сам? Та бляха муха. А мені ніхто не хоче побухти. Давай, давай. Ах ти. Тут що просто не пробуває. Давай, ще одного. Все. У того наемника был РПГ. Ага, РПГшка. Я взял ее? Я взял РПГ или нет? Блін, щоб взяти РПГ, що треба почекати, розумієш? Тап! Ну не можу він заховатися за ту ящик той долбаний. РПГ-ха. Бляха, муха. Та блін. А то не той ящик, а вон оцей ящик. А блін, та сядь за нього, ідіота кусок. Я бачу його. Живі. Давай за ящик. На. Уху. Спасибо за. Все? То капець, це було перестрілочка, серйозно. Зараз позбираю. Гранати є вже всі. Да, тут і не одна РПГ. Що, ще одна? І здівається наді мною сьогодні. Ага. Куда, куда? Надо от него валить! А куда? Ага, во. Укрой.
Ёпарный театр. У-ху-ху. А, не захватив. О, втікай. Лучше. Молодец, парень! Ты меня выручил! Давай сюда, я тебя вытащу. Ха, спасибо. Да, вот это было жестяково. Рад тебя видеть. Ты как всегда вовремя. Ну, я как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэма и Елену. Эй! Ты как, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали... А, это все он. Что, опять спас его? Естественно. Как дела? Хорошо. Была пара сложных моментов, но... Он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасаром. Давай мы это позже обсудим. Куда нам? К морю, на тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Эй-эй-эй-эй! Извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? К сокровищу. Ай. Пока Рейф доберется в обход, нахрен уже... Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. Смотрите. Вот. Это его карта острова. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв, пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они... не понимают. Они понимают. Еще как. Ясно. Они насмотрелись на такую одержимость. И сам... Мы уже не пацаны. Уже нет. Можно ничего не доказывать.
Где самолет? Вон там. Помішаний, блін, на тому золоті. Його братішка. Далеко? Не дуже. Прямо за город. А вдруг наемники ждут нас у самолета? Не ждут. Почему ты так уверен? Потому что они идут к горе. К сокровищу. Сюда. Вот, пожалуйста. Это все, пошли. Высоковато. Как ты попал сюда? А, спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Я спрыгнул оттуда, но назад не забраться, высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. А вот тачанка, не? Сэм, помоги. Хорошо. А ладно, я же сам. Блин, поки поможу, я вже її підвезу. Эй, вам помочь? Нет, спасибо, справимся. Ну та пішли, що ви стали як ті і втикаєте. Ну, а звідси як? Хто-небудь видит выход? Так ти ж прийшов сюди, кажеш. Як ти вийшов? Як ти сюди зайшов? Ой. Так. Ну ясно, тут я маю знову шукати вихід. Він ж каже, сюди прийшов. Ну так де твій вихід? Народ, сюди! Як нам? Ми вже близько. Скорее бы домой, в свою кроватку. А вон якийсь кран. Далеко. О, ви посмотрите. Это похоже на фуникулер. Думаешь, работает? Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. Ты что творишь, Нейт? Пока не знаю. Я не знаю, что... Может добраться до деревянной платформы внизу? Ну та я вон якось і хочу це зробити. Є ідея. Нейт, помоги мені. О, так, але я не розкачаюся тут. Я не розкачаюся тут, стіна мішає. Ладно, яка там тобі ідея, блін? Ага, що він там хотів? Хорошо. Так, Віктор, можна тебе на секунду? Ага. Давай, Найт.
Вот, мы будем держать, ты перепрыгнешь. Вы же меня не уроните? Я все. Вот и мы. Ладно, мы готовы. Не слабый инженер. Эх, держись! Все целы! Йоу, парк аттракционов. Залезай, Нейт! Нейт, залезай, я помогу! А Лизу, Лизу. Это понятно, как всегда. Ну, прыгай скорее! Я встыл. Сэм, сукин ты, сын. Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Нет. Варнеца. Даже не думай, ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай. Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Да. Ну что, она права. Ну, конечно. Пошли. Сюда. Может, догоним. Я его спасу, и он у меня получит. Так нафига его спасать, блин? Спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть после всего, что с нами... Ему мало? Мало. Пошли искать. Якщо його спасеш і не так хоче то золото, то треба тупо знайти золото і не парити мозки. Цієї штуки можна перелізти. Давай. А поможіть хтось, ідіоти, стали й дивляться. Готов? Ну-ка. Есть. Так. Есть. Видите? Ну-ка. Не получится. Эй, давай. Нет, сейчас. Давай. Черт. Давай. Чтоб тебя. Ну и как нам туда забраться? Просто. У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот, только попробуй не вернуться. Люблю тебя. Так в него шнурок есть, он может скинуть, и они могут вылезти. И я тебя, ковбой. Что за бред?